Всем привет, дорогие зрители! Хочу показать вам хорошую квартиру 3 плюс 1 за 78 тысяч евро. Сразу цена, сразу квартира вам в подарок. Заходим, гостиная, зона. С отдельной кухней эта квартира. Находится в начале Махмутлара, до моря, максимум 400 метров в шаговой доступности. Инверторные кондиционеры, во всех комнатах есть смарт-телевизор. Даже есть интернет Фибим установлен. Это родительская спальня. Высокий первый этаж. Под этой квартирой есть еще подвал или квартира, как-то там сделано. Квартира не на земле. Высокий первый этаж. Виндзор. Инверторный кондиционер установлены. Не буду... Ваше время золотое. Красть. Быстренько посмотрим. Бытовая техника фирма Bosch. Лижер у нас плита. Духовка, вытяжка Bosch. Бытовая техника дорогая. Микроволновка фирмы Bosch. Холодильник фирмы Bosch. Застекленный балкон. За 78 тысяч евро. Большой застекленный балкон. Для большой семьи. Бюджетный вариант. Первый санузел без душевой кабинки. Ставьте лайк. Там внизу где-то должен быть кнопочка. Палец вверх не забудьте. Комментарий напишите вдобавок. Это помогает мне продвигать ролики. Это... Вторая детская спальня, тоже видите, телевизор в каждой спальне. Лайк поставьте. Так, идем дальше. Здесь у нас накопительная система бойлер, Арчелик фирма, Bosch стиральная машинка. И санузел с душевой кабинкой, нормальный вы. Здесь окошко большое. Кабинка. Так. А здесь у нас детская спальня. Тоже телевизор Бека. Ютуб есть везде. Здание полностью покрасили. Сейчас покажу снаружи. Проекту где-то 20-23 года между ними. И прихожая такая. Такие новые двери установлены. Тут лесенки. Вот там подвал или склад, как у здания. Видите, да, здесь окно. Короче, не на земле, а выше земли. Только покрасили здание. Бассейна нету. Вот даже вниз. Там гараж был, что ли? Нет. Лесенки вниз, там что-то было раньше. Вот такой фасад. Начало Махмутлара. Рядом сеть магазинов. Сеть, Шок, Бим, Филити 3, Мигрес. Это качественные постройки того времени. Шумоизоляция хорошая. Ну, кого интересует бюджетный вариант. 78 тысяч евро, 3 плюс 1. Звоните, пишите. Также есть другие варианты. У меня есть на данный момент один из бюджетных вариантов. 1 плюс 1 за 65 тысяч евро. В комплексе около субботнего рынка. С хорошей тоже инфраструктурой. Всем пока-пока.